Я говорю вам то, что вы подозреваете совершение преступления пунктом В, части 2, статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Что вы можете пояснить по обстоятельствам произошедшего? 4 июня 2023 года в городе Белогорск проводили турнир по успешному головному единоборству. Я был в качестве рефери, допустил двух несовершеннолетних бойцов без защиты членов.